приехали к свекру на дачу. Вот такой вот дом. Такой вот большой красивый дом снаружи. И посмотрим, что внутри. Это калитка. А тут можно заходить просто. Виноград по сторонам. Входим в дом, в котором не убирали десятилетиями. Сейчас вы увидите, что бывает, если не убирать. Поднимаемся на второй этаж. Подожди, со мной пойдешь. Иди сама. Сама не иди. Надо вести домой. Кошмар. Поехать, а на
Ночевать негде, потому что тут херня. А куда лезть? А, где огород? Я вижу только деревья. А где огород? Сейчас туда еще пойдем. А как я туда залезу, пойду? А я не гэпнусь туда. Но для чего-то что сделано? Таким вот образом. Такая дверь. Ну что, там можно стоять? Да. Возьми, пожалуйста, камеру. Начинай с ней. Она включена. Вылезли на крышу. Вид сверху на участок. Практически с птичьего полета. Ой. И тут неожиданно балконь. И что, и теперь так всегда надо будет на него залазить? Нет, тут. Так. Кто так строит? Кто так строит? А здесь где-то вот тут дверь будет. Когда? Проверено. Из этого окошечка мы вылазили. Все, погнали. Арбайтаем. Да. Гэпнись мне для видео. Никого не забыл. Птички по насырам. Всегда хотела побывать на крыше. Это все надо выкинуть. Абсолютно все. А как эти диваны выкидывать, их? Как кидать? Зачем их сюда вообще занесли? Зачем столько кровати и в итоге ночевать негде? Так. Цель нашей поездки сегодня убрать в этом доме. Да, Лёша? Да, Оксана. Ты... покушать шашлычок. Ты готов к уборке, к физическому труду? Надо это все выкинуть сегодня. Какая большая, шикарная комната. Вот видишь, вот это все снимаю. Прибитое, а то просто убирается, ну, чтобы заходить. Ну да, то, что вот так вот слазить, очень удобно. Ёмная гора. Ну, пахнет так, селом, если честно, таким, знаешь, как будто тут коровки где-то рядом есть. Ну, тут надо все красиво сделать. Можно. А вот дома.
Вот такие арки сделал папа. В принципе, вот задумка очень интересная, красивая. Вот это? Да, здесь погреб. Это погреб. Напишите красками. Погреб не наступать. Ну, давай не надо сейчас это делать. Выходим и ищем огород. Вот эту сливу спилить. Вот эти кусты спилить. Ну да, чтобы был проход. Потому что вот это вот, видишь, упирайся. Идем. С другой стороны, да, но все повырастало, виноград то есть. Ну, вот это на улице хорошо, что столик, но он уже гниет, да, получается. Конечно. А что вот эта тарелка для чего? Папа тут что-то моет. Не знаю, что тут папа моет. И моет ли папа тут вообще что-либо. Наград. Так вот дом выглядит с этой стороны, со стороны огорода, по идее. Только осталось огород найти. Очень тут как-то деревья сильно посажены. Подожди, вот это тоже ваш весь огород, да? Да. Вот он. Папа, роботи не початий край. Это вишня. Она не родит. Вот эту можно ее спилять. Ну да. Это яблоня, видишь? Это яблоня тоже что-то ничего не завязалось, да? Угу. Тоже она не родит, получается. Одно яблочко несчастное вижу. А это кролики погрызли он. Бегают. Зайцы. Белый, а пила есть у вас? Пила. Все, вот это все на спилку. Вот это дерево на спилку. Вот это. Тут какая-то вишенка, чуть-чуть что-то на ней. Чуть-чуть. И вот это махонькое тоже. Вот это получается как сад у вас, да? Да, как сад. Джунгли. А это вы делали подливалку или как? Это мусор у него валяется здесь, он непонятный. Мусор. Это бутылку. И бурьян. Тыканка. А то же я же дорожку делал, чтобы бегать не было. Надо и... пошкрябать. Ага. А вот, мы дошли до... самого интересного. До самого интересного. Как туда прибирать? Вот это то, что тоже мешает сюда пройти. Это тоже надо пилой. Тут надо, вон, смотри, повалилось это. Да не, ну вот это. Вот да. Это вот пилой все поспилякать. Вот тут подпилякать можно. И пройти. И здесь, и тут, везде. Зачем эта вишня? Она что же... Да очень близко друг к другу насадить. Куда надо что-то... Надо разрезать. Еще одна яблоня, которая не родит. А, все, теперь я поняла, о чем Леша говорил. Вот тот туалет. Не, надо на туалет и на душевую кабинку, наверное, чтобы две отдельные были двери с перегородкой. Как это люди делают. Конечно. Тут такая дверь огромная. Прямо как для гаража. Да это мусор, бутылочки тоже надо. Непосильным трудом нажиты. Ну, сколько выпито-то было. Ага. Руками помогать. Так, да. Эй, алло. Слышишь? Я улетела. А у вас простая пила или бензопила? Да нет, у него бензопила. А что? Бензопила. Вот кизил? Да, это кизил. Класс, кизил остается. Кизил.
Короче, одно пока самое полезное дерево, я тут увидела кизил. И, наверное, то, что тени много сильно. Что это? Кроты. Кроты. Опять кроты. Снова кроты. Интересно. Можно цветов насадить, сделать. Тут проход был, он такой, видишь, вишня, он завалился. Вот, а так проход тут. Так вы перепрыгиваете теперь? Нет. Чего? Там прохожу, там где вишня. Ну, брать вот эту косу и тягайте. Да? Получился дикий-дикий. В смысле косу? И что тебе коса поможет? Дерево надо убирать. Не, я вообще, ну вот про вот это, видишь? Вот, а, ну про вот это, да. Вот. Чего вот это дерево? Коси коса пока раз. Много очень чего пилякать. А у соседей нету бензопилы? Вот это слива, вот тоже нерв. Папа соседей предупредил, вдруг девочка будет спрашивать по поводу бензопилы, то нету, говорит. Что нету, да? Вот это какая-то интересная слива, но она тоже что-то не рожавшая. Не рожавшая. Видишь, она вымахала. Ой. Это тоже слива, судя по всему. Да, а вот здесь вот заканчивается уже наша. А это кто-то ботики потерял. С этой стороны. Вот так. Это костер. Вот. Но участок хороший такой, вот. Размерами. Вот. И интересно так поделено. Там огород, а тут получается очень сад. Влияно, очень близко они посажены. Да я ж знаю. Я вижу, вот цветы. Это уже чужое. Пошли по чужому участку. Не надо. Тут что-то бегает там. Там что-то бегает? Могут быть гадюки. А, тут могут быть змеи. Мужи, еще что-нибудь. Тут видишь, вообще траву. Ну тогда лучше мы тут ходить не будем. Ну, да, я сюда подошел и слышу, как что-то. Да ты шо? Ты что? Идем за пилой? Да в такую пилу пилякать. Это долго. Да хотя бы пилять то, что можем, Леша, долго. Ну ты начинаешь. Мы с какой целью сюда приехали? Вот, здесь вот, тоже. Вот эту вишню. Пока она не выросла, уже можно спилить. Вот эту, оно не будет с него ничего. Я уже это вижу однозначно. Спилить, спилить. Вот то сухое спилить. И на дрова как раз будет. Вон, видишь, какой папа дров положил. Да. А топор есть у вас? Топор есть. Вот, топор есть. Все, начинаем работать. А топор есть? Есть. Не, ну дом с виду очень красивый. Те арочки шикарно просто вообще. Очень понравилось. И то, что это вообще на природе, это очень классно. Довести, короче, скики робот. Пошли трудиться. Я сегодня в костюме Гитлера. Так что, ребята, одеваем перчатки. И бегом арбайтен. Так. Что там у нас? Оно пока себе, оно пока себе пусть горит, а мы пошли. Перчатки, мешки и вперед. Вот оно. Начинаем уборку. Папа, как обычно, отморозился. Делайте вот, по шашлыки. Вот вот. Тут тоже все надо спускать нахрен, да? Да, конечно, тут все надо освобождать, все. И ковры эти, и все,